Здравствуйте, меня зовут Юлия. Вот наша пузя, которую мы отдали в центр для того, чтобы собака была более послушная, вот, чтобы выполняла команды и с ней было меньше проблем. Отношения лучше, чем к человеку. Центр хороший, все профессионалы. В целом все понравилось. Кормят, ухаживают за собакой. Собака абсолютно здоровая, счастливая, целеустремленная и, самое главное, послушная. Скажите, как вам во время занятий, была ли доступна предоставлена информация? Более чем, да. Там, ну, ничего сложного. Обучили и собачку. Да, и то же самое. Я довольна результатом. То, что я вижу, все хорошо. И самое главное, действительно, это поддерживать и иметь терпение, продолжать усиленно тренировать, потому что, ну, как бы, все понимают, что все навыки, их надо как бы освежать и все время поддерживать. Скажите, пожалуйста, будете ли вы рекомендовать наш центр для ваших друзей, знакомых? Да, соседей, конечно, конечно, да. Спасибо, ваш центр будем теперь рекомендовать. Мы рады были пообщаться с вами, познакомиться с Пузей точно так же. Да, она хорошо, большая, мы тоже очень рады, особенно Пузя.